Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Полетели ракеты. Ох ты, ё-моё. Ракеты летят. Пришла волна. Да и только что, у тебя не было тут ракеты пролетели. Да? А когда они летят, они крутятся. Слышно? Они аж свистят. Как-то вот так. Сдают. Взрывная волна пошла на нас. Я зафиксировал руки, что... Да, я чуть-чуть не дрожу. War in Ukraine. That as soon as the declaration, oh fuck! That's a missile! That's a missile! That's a fucking missile! That was one of those like holy shit! Thank you.